Друг, если это видео тебе поможет, пожалуйста, подпишись на канал. Именно это даст мне стимул снимать дальше. Приятного просмотра. Полезные программы. VMT Editor. Доброе время суток, друзья! В этом коротком видео я расскажу вам, как за пару кликов создавать текстуры для ваших карт и модов на Source Engine. Допустим, у вас есть целая папка с картинками, которые нужно преобразовать в игровой контент. Чтобы сделать это максимально быстро и просто, скачайте полезную программу VMT Editor. Ссылка в описании. Запустите ее. Вкладка Tools. Convert to VTF. Выберите папку, куда будут сохраняться VTF-файлы. Затем выберите необходимые исходные картинки. Здесь вы можете выбрать пресеты и по настройке компиляции, если это необходимо. Но для простейших текстур достаточно просто клацнуть «Convert». Пару секунд, и вы получите ваши текстуры. Но этого недостаточно. Необходимо создать и VMT-файлы навигации. Чтобы создать простейшие из них, жмите вкладку Tools, Batch VMT. Выберите новенькие VTF, которые мы только что создавали, и кликайте на эту кнопку. Все, за пару секунд вы получите целую кучу работающих текстур. Но есть одно но. Если открыть VMT файлы, то в них прописан полный путь к текстуре, а нам этого не надо. Удалите полный путь, оставив лишь необходимый путь от папки Materials. Готово. Результат перед вами. В дальнейшем мы продолжим знакомиться с редактором VMT. А сейчас удачи, тамадачи.